Концертный зал «Уникса». С минуты на минуту начнется ежегодный фестиваль «День первокурсника». На сцене поборются Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Но давайте заглянем за кулисы. Девушка, вы можете сказать, чем вы занимаетесь? Оформляем дизайн. Скажите, пожалуйста, вот без тех групп может существовать «День первокурсника»? Конечно же, нет. Ну как почему? Все ответственные, все самые ответственные работы, все, кто отвечает по большей части за концерт, они находятся здесь на самом деле. Здесь за кулисами и вправду находятся те, кто создает ощущение праздника и задает ритм концертным номерам. Именно здесь до начала концерта Дня первокурсника снуют режиссеры снова и снова, проверяя последовательность номеров. Вся группа готовит оборудование, на глазах сменяются декорации. Опускай. Почет и слава этим людям может и не достаться, ведь они не выйдут на сцену под бурные овации. Но кто представляет выступление артистов без сценария, правильно настроенного света и реквизитов? Пока первокурсники ночи напролет репетируют танцы, песни и стендапы, оргруппа тоже не сидит без дела. Скомпоновали как-то номера в одном порядке, делали вот ту штуку, которую уже убрали, эту железную вчера. Что еще? Думали над видеороликами, искали некоторые декорации, думали, как снимать, с кем снимать, где снимать. Ну, в общем, забот хватает. Вокалисты, акробаты, танцоры и КВНщики. Перед выходом на сцену трясутся коленки, задерживается дыхание. Но за спиной артистов там, за кулисами, стоят те, кому куда страшнее. Режиссеры и сценаристы с замиранием сердца смотрят на выступление юных первокурсников. Они переживают в 4 раза больше, потому что в случае чего они никак не смогут повлиять на то, что происходит на сцене. Потому что выбежать и сделать что-то вместо первокурсника, либо вместо какого-то выступающего, это невозможно. Самое сложное позади. Зал взрывается от аплодисментов, жюри улыбается и подводит итоги. И сразу так понятно, что неделя репетиций и волнений того стоили. Последняя финальная песня, когда все выбегают на сцену и поют финальную песню, радуются. И вот ради этого мига стоило готовиться целый месяц. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.